Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Лица, не знающие казахский язык, не получат гражданство Казахстана. Президент Казахстана Такаев подписал закон о внесении изменений в законодательство в сферах миграции и уголовно-исполнительной системы. Согласно закону, лицам, не знающим казахский язык на элементарном уровне, основы Конституции и историю страны, будет отказано в получении гражданства. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.